Фестиваль исполнителей джазовой и эстрадной музыки стартовал в столице Чувашии. Здесь ищут молодые таланты и дают путевку в музыкальную жизнь. Возрастная категория участников от 7 лет, поэтому открыли фестиваль самые маленькие исполнители. София Мачаева занимается вокалом вот уже 6 лет. Петь она начала в 3 года. В таком конкурсе участвует впервые, выступает в номинации «Эстрадное сольное исполнение». Признается, что волнуется перед каждым выходом на сцену. Когда я выступала на сцене, я немножечко волновалась и радовалась. Я волновалась, потому что надо было в рыжике высокие ноты спеть. Но я справилась. А вот Ирина Степанова, наоборот, уже опытный участник конкурса. Она стала победителем первого такого фестиваля в своей номинации. Планирует повторить успех и в этом году. Я принимаю участие в конкурсе для того, чтобы получить что-то новое от других участников. И посмотреть на другие уровни. Я видела выступления других девочек. Соперники, они, конечно, хорошие. А я смогу победить. Любимое направление Ирины – поп-фолк. Казань, Ульяновск, Кишкар-Ала и, конечно, Чебоксары. Всего более 150 участников решили показать свое мастерство. Женина, Андрей Спиридонов, Республика.